Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня пойдет речь об уходовой косметике. Я приобрела недавно уходовую косметику, о которой рассказывала вам во влоге, и вот сегодня о ней расскажу. Это компания Green Mama. Знаете, что мне больше всего там нравится? Это цена и качество. Значит, первое, что я там купила, естественно, масло, так как после тоники, я красилась тоникой, кто следит за моими волосами, конечно, они у меня подубились, и теперь нужно восстанавливать их. Я купила вот такое себе маслице, уже одно израсходовала. Еще я много-много прочитала в интернете, что масло, оно может смывать краску, то есть, ну, краску, тонику, да, и если мы будем делать перед мытьем головы маску такую хорошую, можно на ночь, на час, там, на два, на три, сколько вам душе угодно. Делаем масло и потом моем, то цвет будет смываться лучше. И, значит, здесь у нас 4 вот таких вот горячее масло, 4 вот таких вот тюбика, сейчас я вам покажу, вот таких вот. Одного такого тюбика хватает на мои длинные волосы, на все. Я один уже израсходовала, у меня осталось вот 3 штучки. В использовании очень просто, мы кладем весь этот тюбик в горячую воду в стаканчик и наносим на все волосы. Я делала, час походила всего, мне хватило. Здесь у нас масло пшеничных зародышей и береза для сухих и ломких волос. Вот такое вот масло я себе приобрела. Мне понравилось, запах очень приятный. Дальше, также для восстановления волос. Вот кто спрашивал меня об уходе за волосами, я на самом деле все пробую и нахожу всегда что-то новое. Но больше всего я люблю какие-то натуральные вещи, чтобы был у уходовой косметики натуральный состав. И огромный набор биоламинирования. В подарок у них идет матирующий тоник для жирной кожи. Но у меня кожа не жирная, поэтому я его подарю одной из своих подруг, у кого смешанная кожа. Я думаю, что ей очень подойдет. А вот шампуньки оставлю себе. Потому что мне очень сложно расставаться. Можно было бы, конечно, весь набор подарить, но я хочу тоже пользоваться этим. Биоламинирование от секущихся волос с морскими водорослями. Это же прекрасно. Я обожаю вот это и шампунчик, и бальзамчик. Я оставлю себе. Так же, как я вам рассказывала во влоге, я взяла себе вот этот вот крем от мешков и от кругов под глазами. Так как я, видимо, устаю, не высыпаюсь и часто снимаю без косметики влоги, потому что мне реально трудно накраситься. Я вообще очень редко крашусь и крашусь вот для вас на самом деле, когда у меня хорошее настроение, там я накрасила, чтобы выглядеть, чтобы вы меня видели такой красивой. Ну и, соответственно, в будущем на себя смотреть, чтобы было приятно. Но также я как бы не против того, чтобы снимать без косметики. Как бы, ну, я с этим не заморачиваюсь. Есть люди, которые даже мусор не выкидывают без косметики. Я себя считаю, в принципе, достаточно симпатичным человеком. Но, конечно же, бывают всякие нюансы. Прыщички возникают, синяки под глазами, да? Ну, вот я купила себе вот такой вот крем. Черника и подорожник гипоаллергенный. Мне он очень нравится. Во-первых, он очень экономичный, его нужно реально просто маленькую горошинку на пальчик для того, чтобы вообще вокруг глаз вот так все размазать, не только под глазами. Я думаю, что мне его очень надолго хватит, правда. И также он сделан из 100% натуральных эссенциальных масел. Опять же, все натуральное, что мне и нравится. Также, конечно же, я не забыла про своего малыша, купила ему детский крем с чередой. Очень вкусненько пахнет, очень классная консистенция вот именно этого. Это именно этого крема. Я его даже, бывает, наношу себе на лицо, когда вот я не накрашенная выхожу. Запах вот реально, все вот прям травами пахнет каким-то. Очень круто, очень. Также я приобрела еще там крем, просила меня мама, там крем от морщин. Я его тоже попробовала, хороший, но она его сразу забрала, поэтому я вам его не покажу. Мне он ей тоже очень понравился. Ну и, соответственно, мы худеем, мы убираем после родов животик. Вот, пожалуйста, я купила себе маску. Так как, помните, я вам показывала от другой фирмы, я делала маску, но она с холодным эффектом. И это не очень хорошо зимой. Зимой очень хорошо делать маски какие-то, и чтобы не было охладительного эффекта. Так что морской сад, маска для тела, антицеллюлитная, с морскими водорослями и овсяной мукой. Я уже делала масочку, сейчас я сделаю с вами еще раз, потому что я каждый день делаю. И реально там прям водоросли внутри, я вам покажу. Она очень такая густая. Покажу, как я делаю эту масочку. И увидите, как мой животик просто худеет. Также в комплекте пришли еще салфетки. Вот, кстати, очень классные, удобные салфетки с мицеллярной водичкой. Где же они, где же? Вот они. Причем это был бонус, я их не заказывала. Вот салфетки для снятия макияжа с мицеллярной водой.
И оказывается, блин, салфетками так классно пользоваться. Вот, допустим, я умылась, такая, все умылась, и вместо того, чтобы брать опять ватку, ну, по-быстрому, я люблю все по-быстрому, когда ложусь спать, потому что я уже ложусь спать, когда безумно стою, мне ни на что не хватает времени искать ватку, все уже темно. Я взяла, достала салфетку, так салфеткой все протерла и кремушком сверху. Вообще очень круто. Ну и также пришло, ой, смотрите, пришли какие-то необычные открытки. Я такая думаю, ой, что это такое? С такими интересными рисунками. Они, да, вот как открытки, ничего нету здесь. Смотрите. Не буду вам все показывать, чтобы была интрига. Вдруг вы захотите себе заказать, ну и посмотрите. Я думаю, они всем это присылают. Также здесь идет в комплекте чек с ценами, чтобы знали, что сколько стоит. Также идет у нас Green Mama, у нас вот здесь вот каталог их уходовый. Дын-дын. То есть можно еще почитать что-то, да, подробно. И идет вот такая памятка. Секреты хорошего самочувствия. А давайте прочитаем секреты хорошего самочувствия. Значит, первое. Обеспечить коже дополнительное питание за счет масок, средств и интенсивного ухода. Согласна. Если кожа ухоженная, то сразу настроение поднимается, особенно после масок. У меня вот так бывает. В морозную погоду наносите дневной увлажняющий крем за 1-1,5 часа до выхода из дома. Правильно, он должен впитаться, иначе сразу лицо станет холодным. В общем, неприятно, если сразу выходишь. Оно, кстати, может еще даже подморозиться. При длительном пребывании на холоде используйте средства, защищающие открытые части тела. Питательный крем, бальзам для губ, крем для рук. Правильно, иначе морозец схватит и все обветрится. Защищайте ваши волосы от воздействия холода головным убором. Дополнительно питайте волосы с помощью масок и лосьонов. Согласна. Внешняя среда очень сильно влияет на волосы. И холод, и жара, нужно защищать это все. Соответственно, вообще нужно шапочку одевать, чтобы не заболеть. Обратите внимание на питание. Дополните ваш обычный рацион витаминным комплексом. Выпивайте 1,5-2 литра воды в день. Это положительно скажется на состоянии вашей кожи. 100% согласна. Девчонки, я вообще не могу пить много воды. Я реально пью очень мало воды. Очень. Единственное, чай спасает. Я чай люблю попить. И вот получается, что жидкости более-менее. Я не знаю, как себя заставить. У кого есть какие-то советы, как заставить себя пить воду? Блин, советуйте мне. Я не знаю, как себя приучить. И причем я не могу много ее пить. То есть я за раз пью немного. Не знаю, что делать. Ведите активный образ жизни, чаще бывайте на свежем воздухе, занимайтесь спортом. Но это вообще не обсуждается, это бесспорно. Больше улыбок и хорошего настроения могут вам сохранить молодость и красоту. Это точно. И поэтому я всегда улыбаюсь и всегда хочу, чтобы вы улыбались. Особенно в видео, где у меня веселые, и вы пишете, что ой, посмеялась. Я вообще счастлива, честно. Я реально радуюсь, когда у меня получилось вас улыбнуть. Ну вот и все, сейчас мы приступим к антицеллюлитной маске. Ну вот и все. Так я похожу 15-20 минут. Но я просто больше хожу, потому что малому что-то нужно. Я уже его смыть надо, а я все это. Все бегаю, то покормить его, то еще что-нибудь. Вот там прям внутри прям водоросли, как вы видели, да, достаточно густая она. Намазывается вот так вот плотненько. И пахнет очень так яркий. Будь здоров, малыш мой. Очень яркий такой вот запах именно вот натуральных каких-то веществ. Вот правда, я на самом деле ценю компании, которые не дерут деньги. Вот делают натурально все, вкладываются душой, ну просто хотя бы как они прислали, да, сколько всего, много мелочей всяких вложили в посылочку, это очень приятно. И при этом не дерут при всем деньги. Достаточно бюджетные там цены, что на самом деле приятно и очень радует. Я вот люблю. Спасибо, Green Mama, за то, что вы вот создаете эту прелесть. И радуйте нас. Вот, что еще могу сказать? Вот этой вот пленкой, конечно, там не написано делать, можно без пленки, у кого нету. Просто я для усиления эффекта, я
еще он заматываю пленочкой. Ну и плюс, чтобы можно было опустить маечку и походить спокойно, не так, да? Ну еще, соответственно, я не буду это показывать в видео, я это делаю еще на попу. Для того, чтобы она тоже была супер классная. Ну и все, что я хотела вам рассказать. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Если так, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто в первый раз. Впереди еще у меня будут покупки. Я планирую для вас очень много всего интересного. А в воскресенье вечерком у нас будет украшение комнаты на Новый год. Я покажу все, как я украсила. Ну это, конечно, сзади все светится. Это я для вас конкретно. Хотя можно так и оставить. Смотрите, как красиво кроватка. Может, для малыша так и оставить? Я подумаю. Все, побежала монтировать для вас видео. Увидимся с вами в следующем. А насчет совета, вот, пожалуйста, Грин Мама нам посоветовала сегодня. Спасибо за такие полезные советы.